Всем привет! С вами XMM. И сегодня мы делаем долгожданную реакцию. Ура! Ее ждет очень один наш любимый комментатор, наш любимый подписчик, да, который постоянно нам все комментирует, постоянно нам рекомендует, да, и крутые и пишет вещи. Да, крутые вещи, да. И пишет нам очень милые комментарии. Мы любим тебя. Да. Так, она нам посоветовала FT Island группа, угу, песня Take Me Now. О, боже. Это рок-группа из 4 участников. Дебют состоялся в 2007 году. Так, что ж касается рока, у меня уже плохо становится. Да? Поэтому просто поехали. Ура! Ой, боже мой, первый раз, по-моему, в кей-поп мы смотрим вот такой чистый рок. Чистый рок, да. Да, согласна. С Богом. Файтинг. Боже, я так рада, что мы делаем приятное нашим подписчикам. Согласна. Take me now. О, вау, какой красивый. Это он. Или... Ой, извините. Ну, нет, не план, поехали. Что-то сейчас будет, я чувствую по музыке. Боже, я так обожаю. О, да. Так. Ты заметила ногти? Оу! Под цвет волос! Блин, мне прет! Очень мне нравится. Вау, это бомба, это бомба, блин. Так. У меня вот это. Очень. Обожаю сочетание рока, вокала. Послушай его. Да. О. О, боже. О, вау. Еще один факт обо мне, я обожаю ударников. И вот этот парень, о, смотри просто на него. Обалдеть, это девушка, видишь? А, да? Да у нее такие ресницы были, это не могу парить. Просто мне хочется же с вами волосами тут размахивать. Да, девушка. Вау, у нее такие красивые глаза.
Я хочу на их концерт. Это будет мощно. Все. Говори. Блин, а много кей-поп групп? Ну, это кей-поп да. считается в этом стиле. Интересно, много их? Потому что я очень люблю рок, и это очень круто. Вот реально, кто слушает рок, это должен оценить. Абсолютно любой человек. Песня обалденная. Take me now. Я буду это слушать. Очень качественная рок-музыка. Да. Очень качественная. Очень качественно, действительно, ударные. Они были просто обалденные. Кто он, я не знаю, но надо узнать все конкретно. Да, всех узнаем. Вот. Голоса у ребят, конечно же, супер. Они поют на уровне Запада. Да. То есть это очень, еще раз повторюсь, мега качественная рок-песня. Согласна. Если бы я это не видела, я бы подумала, что это какая-нибудь крутая западная рок-группа. Да, кстати. Да, просто это действительно очень круто. Спасибо большое за совет. Ребят, мы так любим ваши рекомендации. Мы стараемся вникнуть в каждую рекомендацию, в каждую группу, знакомиться с каждой группой, прослушивать каждую песню. И, знаете, в некоторые из них мы даже влюбляемся, и они становятся нашими новыми пьесами. Поэтому продолжайте рекомендовать нам. Я не могу. А также не забудьте делиться впечатлением по поводу данной песни. Как вам эта песня? Может быть, вы нам подскажете что-нибудь о данной группе. И посоветуйте еще какую-нибудь интересную песню, которую, может быть, мы не найдем. Ребята, спасибо большое за то, что смотрите нас. Не забывайте про что не забывайте. Так, девочки, говорите теперь вы. Да, если хотите о нас знать больше, то подписывайтесь на наш инстаграм-канал. Мы вас ждем там. Да. Комментируйте, ставьте лайки, любите нас. Да, потому что мы любим вас. С вами были XMM. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.